20 минут чистого времени на период и синий против белых. Привычный формат игры уже знаком болельщикам. Фишкой этого противостояния стало то, что тренерский штаб разделил игроков таким образом. В стане белых были по большей части молодые и новички. В синих свитерах противостояли им уже хорошо знакомые болельщикам по прошлому сезону игроки. Практически сразу белые принялись доказывать, что достойное место в основном составе. В одной из первых атак именно им удалось открыть счет встречи. На это белым потребовалось меньше 20 секунд. Двусторонние матчи всегда отличаются изобилием голов на любой вкус. Получилось так и в этот раз. Сбегая вперед, можно сказать, на двоих команды забросили 19 шайб. После пропущенного гола синие встрепенулись и начали штурмовать ворота Ежова. В середине периода он пропустил. Несмотря на то, что игра носила товарищеский характер, силовой борьбы было достаточно. Обе команды действовали активно по всей площадке и прессинговали. Новобранцы не стушевались и продолжили методично расстреливать ворота синих. К экватору превосходство белых стало двукратным, к перерыву 9-5 в их пользу. Заключительная 20-минутка ознаменовалась 5 шайбами. Синие попытались наверстать упущенное и привели ворота белых 3 шайбы. Новобранцы хоть и забили на один гол меньше, но этого им оказалось вполне достаточно, чтобы, вопреки ожиданиям, взять верх в этом противостоянии. Итоговый счет на табло 11-8 в пользу белых. Установки такой не было, чтобы много забивать. Как бы играть в свою игру, бежать двумя активно, чтобы везде прессинговали, друг другу помогали. Да, уже довольно много времени прошло, уже... Друг с другом познакомились, друг к другу привыкли. Все хорошо общаются, позитивно. Все хорошо.